Сегодня мы поговорим с вами о том, что же делать, если у вас высокая температура, что кушать, как питаться в это время. Когда у человека поднимается температура до 38-39 градусов, организм активно начинает вырабатывать специфические белки, которые называются антитела. Антитела нужны для того, чтобы уничтожить вирусы. А если в это время больной человек начинает кушать какую-то высококалорийную пищу, то энергия идет из организма, энергия из клеток идет не на то, чтобы образовать антитела, а на то, чтобы переварить высококалорийную пищу. Поэтому постарайтесь есть более легкую пищу. Это бульоны, какие-нибудь жидкие супы. Здоровья вам!